Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.0 дизельный, 150 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, передний привод, машина 2008 года выпуска. Отличный шикарный семейный автомобиль. Очень комфортные сиденья с хорошей боковой поддержкой, высокая посадка, большие окна, обзорность прекрасная, мягкая ходовая, удобные подлокотники, замечательная шумоизоляция. Движок 2DCI 150 лошадиных сил. Разгоняется легко, идет мягко, на обгонах четко выстреливает. К приборной панели привыкать не надо, так как у Сени была такая же. Музыка Габаз 8 колонок, очень достойный звук. Куча бардачков и все под рукой. Очень радует салон трансформер, задние два ряда меняются как угодно. Максимально безопасная конструкция кузовой панели. Йоринка 5 звезд. Комплектация, динамик. Комбинированный салон. Передние сиденья с электрорегулировками, водительская с памятью. Подогрев передних кресел. Навигация. Адаптивный ксенон. Бесключевой доступ, свободные руки. Bluetooth. Круиз-контроль. Лимитатор скорости. Штатная тонировка задней части стекол. Передотермальное стекло. DVD-проигрыватель, два монитора в подголовниках. Панорамная крыша. Фаркоп штатный, быстросъемный. Индикатор давления шин. Складывающиеся зеркала. Автосвет. Автодождь. Парктроник перед, зад. Салон полный трансформер. Поймал у интересующую меня камеру заднего вида с очень хорошей скидкой. Активация камеры, подключение к дисплею, это самое простое. Самое интересное, это установка самой камеры и ведение проводки через весь салон. Проводов, идущих в комплекте вместе с камерой, для Гранда явно не хватает. Добавил примерно еще 5 метров проводов, 2,5 метра для видеосигнала и 2,5 метра для питания. Самый сикас – это протяжка проводов между крышкой багажника и корпусом сквозь резиновую водонепроницаемую перемычку. Взял жесткий тросик, смазал его солидолом и пропустил его сквозь трубку. Потом к нему привязал нужные провода и вытянул обратно. Теперь при включении R на дисплее смотрю цветные картинки. Купил антигравийную сетку и установил ее, так как старьюшие зубы зайца наковыряли кучу дырок. Снял торпедо. Ничего сложного. При снятии справился сам без сторонней помощи. Добрался до усилителя, вскрыл его. Потом подсоединил к нему все провода и поковырял резисторы зубочисткой, и снова в колонках появился нормальный звук. Решил восстановить антенну GPS. В Европу я, наверное, еще не скоро соберусь, но убрать одну из висящих ошибок надо. Из-за неисправности антенны на мониторе при включении режима навигации машинка тупо крутится на месте где-то в центре России, обозначая только направление движения. В общем, сняв правую обшивку в багажнике, отсоединил разъем антенны ключом на 22, открутил и вытащил ее наружу. Отверстие в крыше залепил скотчем. Разобрал антенну, как видно на фото, все очень печально. Есть ли шанс ее восстановить, покажет не вскрытие, а диагностика после вскрытия. Три заклопки высверлил сверлом 3 мм. Покрутил, повертел в руках и отдал плату на диагностику. Thank you.
стал замечать, что машина сильно клюет носом. Расстояние от земли до арки – 71 сантиметр. При этом любая неровность, особенно лежекопы, это серьезное испытание для передней подвески. Решено поменять пружины. Эффект потрясающий. Предыдущие Килин отъездили 65 тысяч километров или 3,5 года. После замены машина поднялась на 3 сантиметра и стала заметно жестче. Сегодня замени броню на ПТФ. Была желтая, поставил обычную прозрачную. С желтой суровые московские реагенты расправились очень жестоко. Сегодня замени броню на ПТФ. Была желтая, поставил обычную прозрачную. С желтой суровые московские реагенты расправились очень жестоко. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.